Всем привет! Сегодня у нас вот такая вот черная-черная-причерная посылка. Это у нас товары с AliExpress. Давайте распакуем и посмотрим. Ой, что-то не штрикнул себя. Так, еще не было самозарезания на Ютубе, наверное, такого. Вот, премию Дарвина чуть не получил. Так, итак, это с AliExpress, расскажу, то есть все тут на китайском и какой-то там, да, вибратор с виду. Вот, это электронная скакалка, расскажу, зачем я ее покупал, работа сидячая, и мой сейчас MS-Fit бип звенит мне, когда я долго засиделся, и мне приходится вставать, там, разминать кости, это как бы для себя, для своего же здоровья сделано. Периодически отжимаюсь и так далее, но захотел разнообразить досуг, так сказать, свой перерывы 5 минут, я бросил курить и, естественно, меньше двигаться стал, потому что не хожу на перекуры и так далее, то есть на работе сижу круглые сутки. За счет этого, ну, начал поправляться. Естественно, нужно как-то это все делать немного, какие-то разминки для костей, чтобы не застаивалось все. Купил себе турник на AliExpress, он еще не пришел, где-то в дороге, и в этот же день я купил себе вот такую вот скакалку электронную, потому что в помещении мало места, потолки низкие, и обычная скакалка, она цепляется за верх. Куда-то ходить в зал, допустим, спортивный, у меня, к сожалению, времени нет, потому что, ну как, время есть, но оно будет в ущерб семье, если я пойду в спорт, да, то есть вместо того, чтобы посвятить время семье, я буду в спортзале. Поэтому выбираю как бы из двух стол меньше и посвящаю, делаю перерывы в течение дня на такой мини-спорт себе, а, ну, летом, я думаю, вечерами можно будет всей семьей ходить куда-нибудь на турнички и заниматься там. Вот. Ну, давайте посмотрим. В такой вот коробке все на китайском. Инструкция тут на китайском. Есть кусочек английский. И вот кусочек английский. Вот, кусочек английский, она как-то распараллелена, то есть часть на китайском, часть на английском. Вот, но все равно мы особо никогда их не читали, поэтому давайте будем просто разбираться и узнавать вместе с вами, что это такое. Вот так выглядит резина. Я так понимаю, вот эти вот штуки можно сделать короче. Да, они вот вытягиваются, и можно перегнуть и сделать чуть-чуть короче или длиннее, как вам удобно. Вот такая вот одна. С набалдажником таким. Набалдажник. Такая жесткая, жесткий. Не знаю даже, как назвать его. Вот. И второй момент. Вот уже у нас что-то он насчитал, пока я подергал его. Нет, не считает. В общем, тут у нас есть сет, мод. В общем, перешел я сюда, не знаю каким макаром. Вот здесь count mod, то есть маленькая такая стрелочка. Не знаю, как будет хорошо видно. Вот здесь она направлена на count. И после этого, я так понимаю, да, вот начала считать обороты. То есть, ну, считает походу правильно. Ну, давайте сейчас попробую. А ну теперь, как его сбросить? Ага, переключился на килокалории, на граммы. То есть это получается, ты крутишь и можешь смотреть, сколько ты там граммов сжег. Ну, по его мнению. Вот, это, я так понимаю, часы, да. АМ, есть здесь часы, время можно посмотреть. Вот, это секундомер или, не знаю, время какое-то, секундомер. То есть нули здесь выставлены. Вот, переключается это все модом, кнопкой мод. Ну и сейчас каунт. Как его сбросить? 0-0-0-0. Вот, ну почему-то он не сбрасывается. Ага, то есть длинным нажатием нажали, держим, то есть переключаемся модом на каунт, нажали длинное нажатие, он его сбросил на 0. И теперь мы можем заниматься. Давайте посмотрим. Итак, нолик, и давайте попробуем. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20. То есть 20 раз мы сделали, ну и один раз я махнул лишнего. 21 он посчитал. То есть все правильно, правильно он подсчитывает. И все отлично работает, получается. Мы разобрались, как оно работает. Считает правильно, то есть, ну вот, один мах.
и он считает. Все, ну, как бы, вот этот кружочек, он правильно подсчитывает. Ну, и давайте посмотрим, что здесь у нас за батарейка. Все сделано из пластика, вроде неплохо сделано, запаха такого стороннего никакого. Можно настроить длину, и я думаю, что можно, если добавить потяжелее сюда что-нибудь, можно вот попробовать. Ну, как бы, как такового смысла для себя я не вижу, что-то туда тяжелее вставлять. Так, оно что, не открывается так просто или что? Как его открыть? Пришлось подковырнуть ножом. Снизу здесь вот такая вот выемка есть для того, чтобы можно было чем-нибудь подковырнуть. Ну и батарейки здесь обычные LR44H. Здесь на самой крышке указано, что LR44H. Одна штучка. Одна, да? Давайте проверим точно, одна или нет. Они копейки стоят, поэтому... Ну и плюс здесь не такая как бы... Вытягивайся, как же ее достать? Вот, здесь не такое потребление, как обычные часы. Да, одна батарейка. Разбирать я их полностью не буду, не вижу смысла. А сделано все так, ну, недорого, недешево. То есть, вот, ну, простенько все сделано, но довольно-таки качественно. И вполне, я думаю, будет хорошо и долго служить. Вот, ну, время выставим потом, минуты тут. Каунт, ага, вот это каунт наш, вот мы перешли на каунт, сейчас он один, еще раз напомню, сет нажимаем, он сбрасывает на нолик, и можно начать сначала. Или, допустим, он сохраняет данные, которые мы пропрыгали, и поэтому мы можем там, допустим, пропрыгать там 10 тысяч раз в неделю. И когда есть время, поскольку попрыгать, потом в конце недели свою цель сверили. Ну, как вариант. Ну, на этом у меня все. Ставьте лайк, подписывайтесь. До новых встреч, удачных покупок и следите за своим здоровьем.